На встрече с руководителями учреждений культуры Самары глава города рассказал о том, что сделано за последние пару лет. В городе усиленными темпами идет строительство жилья. По итогам прошлого года по этому показателю Самара стала лидером в Приволжском федеральном округе. Возводятся новые школы и детские сады, спортивные объекты. Продолжается ремонт дорог. Особое внимание и благоустройство дворов. В этом году жители активно присоединились к общегородской уборке и навели порядок в своих дворах. Но, несмотря на большие усилия, по-прежнему находятся люди, которые портят фасады домов, разрисовывают остановки, ломают лавочки и поджигают урны. От этой ситуации нужно уходить, побуждая людей наводить порядок у себя внутри двора. Мы принимаем абсолютно все замечания, мы соглашаемся с ними, стараемся работать, но, вы понимаете, не хватит никаких сил и средств для того, чтобы все замечания, все недостатки в городе устранить. Должна быть, конечно же, общественная активность. Город меняется не только внешне. Проведена масштабная реформа местного самоуправления, в результате которой внутригородские районы получили самостоятельность. Значительная часть обращений стала аккумулироваться на районном уровне, и главы стали эти вопросы решать. Исходя из пожеланий населения, главы в рамках собственных бюджетов принимают решения, например, об установке там заборов, о ремонте ям, о покраске, значит, фасадов или, так сказать, стрижке газонов, там, деревьев и так далее. Вот по мелочам, по небольшим районам этим занимаются. В завершении встречи за успехи и высокие результаты в работе глава города вручил благодарственные письма работникам культуры. Лариса Шалафаст, Максим Гусев, «События».